вот сейчас я начинаю с нулевого workspace, как если бы я хотел повторить тот сетап, который у меня есть. Реализовано, да, на SD-карту, экспорт-шоу, импорт-шоу. Вот, блин, даже сейчас пока не знаю, про что рассказать. Какие-то будут вопросы, наверное, задавайте, потому что сейчас, ну, блин, ну тут реально очень просто и прикольно это все. Вот оно работает вот так, ты не разбираешься в этом. И ты можешь банки закидывать, можешь таймлайн закидывать, вот этот. Очень удобно, очень просто, грубо говоря, просто вот, я не знаю, видеоредактор, который тебе просто все это дело показывает.